Знаменитый футболист Виктор Каневский отмечает 75-летие в Нью-Йорке. Бруклинский футбольный клуб «Черноморец» с помощью общественной организации «Be Proud Foundation» отметил юбилей знаменитого футболиста и тренера, бывшего капитана киевского «Динамо» Виктора Каневского в бруклинском спортивном комплексе, где собрались как ветераны футбола, так и самые юные футболисты. Руководитель футбольной школы «Черноморец» Олег Сарумов рассказал юным спортсменам о роли Виктора Каневского в развитии футбола. Сарумов, тренер одесского «Черноморца» Матвей Черкасский и спортивный журналист Эдуард Лучин приняли Каневского в почетный «Черноморцы», вручив ему майку с эмблемой футбольной школы. В чествовании Каневского приняли участие депутаты Ассамблеи штата Нью-Йорк от Бруклина Хелен Вайнстин и Уильям Колтон. Они наградили Каневского почетной грамотой от законодательного собрания штата. Затем Виктор Каневский вручил кубки победителей лучшим детским командам школы, а игрокам – призовые медали. То-то радость и юным спортсменам, и их родителям. Сам Виктор Ильич, а вернее Виктор Израилевич, был не очень весел. Никакого участия в спортивных жизни у меня нет. Единственное, что я смотрю все футболы, буквально все по телевизору. В том числе и Россия, и Украина. Я не хочу говорить об украинских командах и о российских командах, потому что там никаких изменений, кроме худшую сторону. А в Европе произошли изменения. Конечно, футбол стал более мобильный, быстрый, жесткий. И появилось парочку, не больше хороших игроков, Месси и Рональдо. Вот, который индивидуально решает игры. Ну, до них, конечно, я не знаю, как можно дотянуться сегодня. А что вы думаете о футболе в Америке? То, что они сделали за 20 лет, там, слушай, большой шаг сделали сейчас в американском футболе мужском, не говоря уже о женском. В Америке, в частности, в Нью-Йорке, есть футболисты и болельщики, которые по-прежнему называют Каневского «Каня». Мастер спорта по футболу Арон Зарбаилов по приезде в Америку играл в команде под руководством Каневского. К нынешнему юбилею Арон Зарбаилов собрал команду, существовавшую 17 лет назад. Все они расписались на мяче, который решили подарить своему учителю. Это, конечно, безусловно, легенда нашей эмиграции и вообще советского футбола. Быть капитаном киевского «Динамо» в 61-м году, когда они были первыми чемпионами СССР, это, конечно, говорит о многом. А как тренер? Как тренер, он нас тренировал в 94-95 году в полупрофессиональной команде здесь, в Америке. По приезду он нас всех собрал. И мы вот сегодня, как бы дать бы дань уважения к нему, мы все собрались через 17 лет. Перед началом встречи в честь Виктора Каневского между командой ветеранов футбола с командой футбольных тренеров по мячу должен был ударить сам Виктор Каневский. Но он, как джентльмен, уступил это право даме, депутату Ассамблеи штата Нью-Йорк Хелен Вайнстин. Каневский занял место почетного зрителя, и игра началась. Играли Слава Ширин из ташкентского «Пахтакора», Арик Арутюнян из сборной Армении, из Белоруссии Сергей Мотус, вратарь московского «Локомотива» Кириллов, бывший торпедовец Юрий Вишняков, играющие тренеры Армен Симонян, Нудельман. Хотя игра носила символический характер в условиях небольшого закрытого помещения, но была острой. Зрители и, главное, сами игроки получали удовольствие, потому что здесь собрались люди, которые не могут пройти спокойно мимо лежащего без дела мяча. Любовь к спорту, к футболу не имеет возраста. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Бруклин, Нью-Йорк.